Небольшая разминка для спортсменов. Так начался спортивный праздник для первокурсников. Представители всех институтов и факультета ЧГУ сегодня собрались на стадионе, чтобы сразиться за звание лучшего из лучших. Студенты, которые не вошли в число участников, поддерживают свои команды с трибун. За активность болельщики могут принести дополнительные баллы. Для команд сегодня организаторы приготовили 8 эстафет. Ловкость, скорость, собранность, смекалка – залог успеха в любом соревновании. Но для победы этого мало, рассказывают студенты Института биологии и физкультуры. Они готовились к этому празднику не один день. Спортсмены знают, чтобы победить, нужно быть одной командой. Как команда сложена, ну, чтобы дух команды был, чтобы все друг друга знали. Достойна конкуренция, но мы все-таки думаем, что мы сможем победить. Такой праздник для первокурсников проводится впервые за всю историю университета. В соревнованиях приняли участие 120 студентов. Этот год для всей страны, для всего мира является олимпийским годом, следующий год. А мы начинаем свой олимпийский год, свой спортивный год. И решили открыть его не серьезным спортивным соревнованием, а вот таким массовым праздником спортивным, где есть место и конкуренции, и соревнованиям, и борьбе, и болельщикам. Если получится, то у нас грандиозные планы расширить состав участников, преподавателей привлечь. Спортсмены сегодня боролись не только за традиционные дипломы и кубок. К необычным соревнованиям организаторы приготовили необычные подарки. Главным трофеем спортивного праздника стали вот эти кеды. Самые большие получит команда, занявшая первое место. На помощь молодым студентам пришли старшие курсы. Для них соревнования посерьезнее – бег с препятствиями. Гимнастическое бревно, трубы, бассейн удалось преодолеть не всем студентам. На этот раз команда Института биологии и физической культуры оказалась на втором месте, но расстраиваться студенты не стали. Все победы еще впереди, а сегодня главное участие. Лучшими были первокурсники Института педагогики. В завершении праздника турникмены показали собравшимся необычные яркие трюки. Эти студенты создали свою секцию в ЧГУ и готовы научить всех желающих выполнять сложные, но зрелищные упражнения на брусьях.